как же я далеко появился. Ну-ка, сюда они не перепрыгнут, херню. О, Антон уже нашел. Нам на ашку уже пришли. А не, на ворот топчется. Блин. Не видел я второго. Блин, это так весело, наверное, с другой стороны играется. Когда знаешь полностью всю карту. И тут на тебя нубчики такие выбегают, не понимаю. Ну, у нас все хорошо. Как же мы рады за вас. Не, я просто ребятам говорю. Как же у нас уже не очень хорошо. А у нас элитный Денис что-то покажет. Пипец, ты закинула. Да. Ну, он вроде появился уже. Да. А, или он, в смысле, зашел, но АФК что? Уже не АФК что. Ой. Пошла я бухта. Ух, краш, краш, крашит. Там вообще мясо будет. Не знаю, в каком месте там медленные франки. Я быстрее ложусь. В смысле? Чё? Бро убили. Ай. Ай. Спасибо.
там убийство происходит. Вон там я загренил. Цен. За ней. По-моему, по большой лестнице поднимается. Это было грязно. Ну, это было мерзковато, да. Ой, словила? А еще там, еще там. Близко еще. Все еще жив вдалеке. Ну, ничего себе там, ничего себе. Блядь. Джитер ЧСКА работает нормально. Блин, а тебя там толпятся. Где была, справа что ли? Да, в уголочке. С двумя хп, блин. Я думал, ты влево пойдешь, что-то даже не посмотрел. Еще гренит снизу. А гренит в ответ? У меня нету. Нету. Трое. Сука. Гренит и убегай. Я убежал кривее тебя, скажем. Не вижу, да. Шо ж так много? Типа вас мало, 4 трупа лежат. Ну а вы-то что, все живы, ни одного трупа нет? Потому что мы ресаемся. Мы команда. Вот, ну точно. А где команда? Нет. Вот, майор Пейн. Блин, я тебя отреспался, а ты за стеной. И меня убивают. Это грустно. Не хочу. Да ладно. А как? Ешка. Ага. Грена снизу. Ловил. Ну, Анечка там еще, конечно. Блин, а где медик нормальный? Нету. Блин, я свернулся и... Что-то мне еще огонь бросил. Ой, Антон, опять я тебе грену бросил. Сзади. А, за углом прям. Сейчас. Ой, я сам загренил, осторожно.
Мы все позабирали. Вы позабирали. Окей. Как скажешь. То где бы я был? На С. На Цешке. Да, гринил ну бы. Тебя. Я гринил бы тебе в щицы, но ты что-то. Ты спалился же. Ой, нас это забирают уже. Да нет. Фига там. Да не. Рисуется вот тут. Только с цешки. Крюк. А, это пошлая букака. Блин, эти тени сквозь текстуры. А, у меня не выключено. Палят хорошо. Выключи. Логично, блин, это забрали. Решили, что штуку баксу в свое время отдал за комп, чтобы на минималках играть в BF2. Ой, в BF2 на максималках. Ты получаешь эстетическое удовольствие от того, что ты пробил максималки? Конечно. Просто темный становится и все. Ну да, Надежке реально сложно играть максималка, она очень темная. Так, флаг же пустой был, что ты тут делал? Ну, пошел брать его. Так я первый, что ты пришел? Уйди. Так, это тоже белый. Молотов на эвке. Грена, грена. Словил. Блин, еще. Никак не могу какие-то правильные выбрать. Антон, надоело. Тут стреляет с какого-то мегапулемета. ППШа был. Очень плохо. Не знаю, куда вышло. Хоган, когда мы будем пиратить? Я у тебя спрошу. Мы уже все, мы уже готовы. Почему мы еще не заплыв не делаем? Отвечай. Мы уже с Аней 3 корабля или 4 потопили. Да. Жестко. Да. И стреляли еще с ружья. Ты нас специально заговариваешь? У нас тут вообще-то война, Женя. Нет. И что, весело вам было? Да. Не, но... ну нормально. Ну, Ане не нравилось, что там стреляли. Мне вообще не нравятся игры, кроме батлы и овера. Но это не... Со мной тяжело, да. А тебе Хокон не понравился? Я не играл еще. А, да? Да. Ну, я Юнгой. Купил, и я думаю, что если так за 2 недели не соберемся, я успею бэкнуть игру, и все. А мы уже наиграли. Грустно. Да не, она веселая. Он классный печать, чтобы восстанавливать здоровье. Да, убегает мужика с саблей. Да. По деф заходит. Хорош. Ну, ё... Да в смысле? Тебе в карман же бросил. В смысле в карман? Ты где-то под флаг бросил? Казалось, тебе прямо так вот под ноги. Нет.
Ты на ней, собственно, и взорвался, насколько я видел. Не-не-не. Ой, тут чё? Ну они там все, короче. Там? Должны быть, должны быть. Не? Не. А чё это они? Бля. А говорила они? Ну не видно же было. Блин, у меня одиночки включились. Да что ж ты говоришь? Я Франки в полете. Я себе гряну захерачила. Вот сейчас минус, Макс. Майор Пейн. Да я ушел уже за угол, не думаю. Грен нельзя уйти. Нерха. Хорошо сидим. Я только срез по такой прогулочный. Решка просто так не пускает. Господи. Что-то вы у нас все позабирали. Да. Просто Антон не был, как бы сразу. Плохо поднимаем. Что-то там у вас больно. О. Ну-ка, поднимите хаганчика. Давайте. Подняли. Блин, ну... Тебя пожилая... Букака спасла. На С заходит. Да ты опять там? Я тебя жду. Я вон этому кинул, а еще ты вылез. Ха, я все еще тут. Ладно, ладно. Хорошо там, да, клюет? Твоим да, же оружием. Не. Ой, сколько там по мосту идет на подэф. Человека 4, сколько? Наверное. Да 5. Ой, извините. А вот они. Поверху наверх прошли.
Я не хочу заходить к вам. Мне здесь хорошо. Всех убил, да? Вылетел там, ага, вылетел. Я скорпиона все поднял. Я знаю. Мерзко. Вылетело. Почти добила наверху, но... Ну, ко мне, да. А, это же уже наша точка. Блин. Ваша веревка. Да я хотела ее забрать, а у меня вместо этого кит взялся. Я думала, прокатит. Хватит меня убивать, пацаны. На респе, там, где мы вылезли. У Лешки только один минус есть. У нее проваливаются аптечки. Игра. Только один? Только один, да, я так и думала, что сейчас будут комментарии на эту тему. Да что... на запах. Да. Еще, еще. Майор Пейн меня убить хотел, но убил скорпиона. Я подсаживаю. А, окей. Ой, по кому-то я пострелял на бэшке, чё-то бил. И ты, Брут! Веревку слышу. Это не наши. Да ты бесишь. Откуда ты знаешь, куда я полезу? Ты же не знаешь карту. На запах идет. На запах. Ветерану Батлфилда не нужно знать карту. Нужны просто твики. Нужно просто сердце. Нейм-таг. Нейм-таг нужно, и все. Но он так мило бежал. Кто? Скорб? И так нагло в спину. Я тебя пропускал уже. А я прицелился получше зато. Чтоб надежненько так. Ой, короче, ты. Ну-ка, а где ты там в углу? Оп, и не убил меня в углу, ха. Ну ладно, трупы там в огне нет.
чуть уж никто не поднимает. Наивки, не наивки. Наивки? Чуть не загрянил. Не на Бэшке, на Эвке. И именно в Легион. В смысле? Команд. Мыслит одинаково. Вроде Грена не было. Да ёпта. Где там клир? Ну что-то странное задумал. Ты? Кого-то звук залагал. Да. Я разлагал, спасибо. А, я всё, я на это. Да, концами что-то. Все, меня спалили. Они все во все окна теперь смотрят. Да? Да. Невозможно залезть. Ну, мы такие, как сказать, эволюционируем. Не точно. Смотреть в окна много эволюции не надо. Так куда? Вот что делать-то теперь растерялась. Крюки. И летят, и летят, и летят. Ны. Да, блин, в голову попал патроном первым. Я задынаялся. Задынаялся там. Слушайте, дынай. Нет, не надо, ну что ж. Мистер Андерсон, почему заново и заново вы меня поднимаете без надежды на успех? Ты просто взял не ту таблетку. Да блин, успокойтесь. Какую я взял, синюю или красную? Чё забыл. Это выбор был немножко другом. Тут не таблетками накормили, а, по-моему, селедкой с молоком. Ой. Три подряд, ну что ж такое-то. Я один раз кого-то 6 раз поднимал. Ничего, подряд. Главное настойчивость в этой игре. Это твоему мнению. Главное, что это не скорб. А остальные... Кто их спрашивает? Кстати, о скорпе, вот он сейчас нам это кинул. Еще дрянь какую-то кинул. Я не вздумайте, кто там? Я? Вафель не разжёг, блин. В смысле, что не заканчивался? Я весело тебе, красный? На распрыгичах. Походу не очень. Молчит все, да молчит. Сейчас он оживет и поет. Опять ты там скачешь? Мне гренки бросают. Вон он. Заспотал.
А ты откуда опять пришел? В смысле, в одиночку поставил. Зачем? Зачем ты это делаешь? Господи. А где он вообще? Интересно, отреспался на СЛ. Ладно, пойду искать вход. Ты кто там что говорит? Кто? Ох ты. Кек. Внутри тикет. Ой. Блин, не попал в упор. Тутум, тутум. Так, дальше тутим. Тутим будет легче. Чё это? Чё? Потому что он плоский. Пацанам это клаустрофобия. Короче. Не знаю, по-моему, Хоган уже там вообще как рыба в воде. Сверху стоит и стреляет. Ладно, там зато чуйка на окна. Ну. Мне кажется, уже в привычку, типа, знаешь, выходные, все, Олежка там.